Всем привет, ребят! Сегодня у нас коллекционер опять. Опять мы будем сейчас трешивать на моем аккаунте, выбивать героев. Коллекционер необычный. Как-то попроще, не знаю, возможно, они попутали что-то. Или не знаю, что случилось, но 15 кристаллических эктоплазмов уже. Не фиолетовых, а обычных синеньких, которых можно свободно набить. И дают 10 осколков огнекрыла. Коробку пятую и пятый сет утекания. Пятый сет. То есть это реально халява. Плюс, если выбить ворожея. Ворожея, в принципе, не так уж и плохо выбивать. Но они могут просто похерить шансы. Можно получить пятый сет ремки. Плюс сущность мастера, плюс 5к кулаков. Ну, пятый сет ремки и железная воля. Я считаю, это очень-очень неплохо. Так. Ну что, поехали. Будем рылить. Что у нас там по местам? По местам у нас все печально. Давайте плюшки пооткрываем. Что не надо, посливаем. И начнем. Так, это убрать. Так. Сейчас еще эти уберем, и можно, должно нам места хватить. Так, все отлично. Ну что, поехали решивать. Так, 450. Вот видите, эктоплазмы. Сноузила. Рыцарь тьмы. Бог грома. Я думаю, кристаллически одержимый. Сучка. Дрючка. Рыцарь тьмы. Думаю, они шансы на ворожея похерили. Однозначно. Вот уже 11 мы набрали. Вау, циклопа мы уже собрали. Просто огонь. Поехали дальше. 450. Эктоплазмы не падают. Паладин. Так, 2. Все, эктоплазмы мы собрали. Коробку можно забрать. В принципе, как видите, там 20к можно забрать и коробочку, и сетик где-то в этом районе. Но мы трешуем дальше. Драка касс. А герои, я вам скажу, не очень падают. Где мой воржей? Айджиджи, бог грома. Малышник. Как-то так себе. Типа халява, халява. А в итоге, как видите, даже нормально не падает. Так, ладно, пора врубить читы. Все, врубили читы. Сразу Рино пришел. Кенди. Купидон. Ну давай, хранитель. Не хочет нам ворожей падать. Давайте тактику релинубов. По 150. Ничего себе смерть. На 150. Малышник. Еще один малышник. Охренеть, тактика работает. Паладин, Кенди. Смотрите, что делается по 150. Ускоряемся. Не, видите, на ускорение эта тактика не работает. К сожалению, не работает на ускорение. Поэтому придется по-нубски по 450 тыкать. Медуза. Ну, давай. Рыцарь тьмы. Бульдозер, малышник, хранитель. Странный дроп. Очень странный дроп. Повелитель бури. Рыцарь, охренеть. Призрачный всадник. Купидон. Ну, куча магазинных падает. Как видите, жизнь, боль. Ара. Арашмара, ну. Леди Лео, друид.
Эх, жизнь боль. Так, ладно, врубаем 4x2. Смерть. Влад Дракула. Охренеть. Супергерои. Афина даже упала на... Валентина. Добрый вечер, Валентина. Череп, Леди Лео. Рыцарь тьмы. Ну давай. Анубис, по-моему, упал. Что не посмотрел, поспешил. Мы его уже, наверное, к сожалению, не найдем. Не помню, кто там. У меня кого было много. Ладно. Как видите, ворожай очень хреново падает. Так, забираем эти плюшки. Поехали дальше тыркать. Варлок. Ладно, давайте не будем спешить. Просто расслабимся. По 150. Охренеть. Вот это так, друид, ничего себе, нам за 150 самого упала легендарка, ребят, это топ одержимый, смотрите, как сыпят за 150. Ну давай, фараон, охренеть, вот это за 150 сыпет, просто огонь, 100к, так, малышник. Но, как видите, ни Тесса нету, ни Ворожея, Рыцарь Тьмы. Хотя они падали до этого очень хорошо. Особенно Ворожея. Укротитель. Я чувствую, мы 1300 сейчас сольем. Мы Ворожея не выбьем. Друид, Рино. Бог Рома, Сноузила. Отличный роллинг. Да. Сохранитель. Ну как, Седна даже нам упала. Падает все, что хочешь. 150к, сердцеедка, Сноузила. Выдерживаем паузу. Сердцеедка. Снайпер. Охренеть. Королева гарпий. Трах тебе дох. И ведьма. Суку бульдозер. Видите, трах тебе дох работает. Надо говорить трах тебе дох. И тогда вам упадет. Князь тыква. Ну-ка, трах тебе дох. Медуза, не. Все, вот. На трах тебе докали, наконец-то мы, ребята, ворожая. Долго мы его, конечно, трах тебе докали, но мы все-таки оттарабанили рендом и выбили героя. Сейчас мы заберем очередной пятый сет ремки. Не знаю, какой там он у меня уже. Кстати, сейчас ради интереса даже посмотрим. Но вот так вот. Тессу, конечно, я убивать не буду. Она мне нахрен не нужна. Но чисто ради ворожая и железной воли. В принципе, 150 касамов. Отличненько. Отличненько. Забираем эти плюшки. Вот так вот. 5к. Коробочка. Пятый сет утекания, очень нужный. Железная воля, вообще один из охренительных талантов. Ну и пятый сет ремочки. Идем на наш нубоскладик. Даже сундучок у нас... 10 книг. Ну, это хорошо. У меня книг не хватает.
Так, где наши римки? Вот пятая римочка. В принципе, я могу уже еще одну римку собрать. Еще одна пятая, считайте, у нас есть. Я просто не хочу тратить красные кристаллы. Так, ну что, сейчас я накую и посмотрим, сколько у нас уже ремочек на аккаунте. Так, ну давайте считаем сначала тут. Что у нас есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, да? Окей. Двадцать шесть и плюс еще можем скрафтить еще один. 27 сетов уже. Идем к цифре 30. Я думаю, через на протяжении месяца мы это сделаем и соберем 30 сетов. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в акции на пирата, и скоро будет новая акция, которую вы узнаете видосом. Ссылочки будут в описании. Все, всем удачи, всем пока.